В нашем городе началась подготовка к проекту «Александр Невский. Слава, дух и имя России». В прошлом году в нем приняли участие 17 регионов страны. Всего было отправлено около 1700 работ. Из них более 700 – от жителей нашего города. Уже сегодня саровчане вновь готовятся к этому проекту. Первая задача – привлечь к нему молодое поколение. Это межрегиональный молодежный проект, и как раз в Сарове он проводится уже третий год. И неспроста на сегодня, 12 сентября, мы проводим информационно-просветительскую кампанию «Будь достоин памяти великих предков». Один из основных плюсов проекта в том, что участвовать в нем можно через группу в социальной сети ВКонтакте, столь популярную среди молодежи. В специальную группу авторы могут выкладывать свои творческие работы – стихи, видеоролики, рисунки, эссе. Список номинаций достаточно большой. И несмотря на то, что конкурс назван именем великого князя, героем вашей работы может стать любая другая историческая личность. И даже ваши родители, учителя, друзья, на которых вы равняетесь. Основная задача – это в дни памяти Александра Невского напомнить о том, что в нашей стране есть достойные люди, достойные предки, которым надо следовать их примеру и делать что-то достойное в этой жизни. В рамках информационной кампании представители молодежного общественного совета при главе города рассказали саровским студентам о проекте и провели небольшую викторину, посвященную жизни великого князя. Тем, кто первым правильно отвечал на вопрос, вручали Александра Невские ленты. Стать участником городского этапа проекта «Александр Невский. Слава, дух и имя России» может каждый желающий. Для этого необходимо всего лишь разместить свою творческую работу в группе ВКонтакте. Мария Рунич, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.